основные составляющие здравоохранения. Это паспорт программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми. Это вопросы первичной медицинской помощи, кадровое обеспечение, потому что мы прекрасно понимаем, да, что можно сколько угодно насыщать лечебные учреждения, но нужны кадры, которые это будут делать. Это экспорт медицинских услуг, новое направление в здравоохранении Российской Федерации, когда мы говорим сегодня, что мы можем оказывать медицинскую помощь на уровне мировых стандартов.